Уборку детских площадок в столице Магаданской области решили отдать на аутсорсинг. В прошедшую пятницу состоялся аукцион, организованный мэрией Магадана. И сегодня комиссия подвела его итоги, назвав победителя. Мы отторговали закупку такую на содержание детских площадок на территории муниципального образования город Магадан. Это не только город непосредственно, но это и поселок Радист, и Снежный, и так далее. То есть 317 площадок, если не ошибаюсь, в общей сложности. Как ни странно, но вышло к нам 4 участника, потому что, как правило, все-таки у нас немного участников на торгах, но тут было 4 участника, состоялся аукцион, произошло снижение цены. И вот где-то буквально через полторы недели мы должны заключить контракт уже с победителем. Это общество с ограниченной ответственностью «Технократ Плюс». В содержании детских площадок входят следующие виды работ. Уборка мусора на территории, покос травы, освобождение от мусора урн, подметание. Ранее этим должны были заниматься управляющие компании, но фактически они самоустранились. При этом содержание самих игровых форм, качелей, каруселей, детских игровых комплексов остается за комбинатом зеленого хозяйства.